Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента прошел на базе приемной партии «Единая Россия». Пункт сбора посетила председатель Совета депутатов округа Татьяна Одинцова. Она отметила, что среди тех, кто поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты – ветераны, спортсмены, общественные деятели, работники культуры, деятели науки, а также участники СВО и много молодежи.